Эта встреча была приурочена ко дню российской печати. 14 января глава района встретился с представителями Раменского журналистского сообщества. Андрей Кулаков поздравил журналистов с этим событием. Естественно, я всех поздравляю, всех людей, которые имеют отношение к нашему журналистскому сообществу, к выпуску наших всех газет, которые выпускаются на территории нашего района, ну и вообще, в принципе, все те, кто занимается средствами массовой информации. В этом году у представителей Раменского информагентства двойной праздник, еще и новоселье. Действительно, сегодня мы находимся в помещении, которое теперь занимает наше Раменское информагентство. Здесь студия радио, здесь выпускается, ну или рождается на свет наша газета «Родник». И вот совсем недавно коллектив переехал, Раменского информагентства переехал в новое помещение. Здесь, конечно, это и центр города, здесь, в общем-то, удобно, уютно. Я думаю, что нашим сотрудникам здесь будет работать очень комфортно. Это, в общем-то, такое хорошее место для воплощения своих творческих идей. На встрече обсудили многие вопросы, они касаются информационной политики Раменского района. Главный акцент был сделан на том, что необходимо идти в ногу со временем, развиваться и внедрять в работу новые способы подачи информации. Мы обсудили многие вопросы, касающиеся того состояния дела в информационной политике Раменского района. Главный акцент был сделан на том, что нужно всегда, сегодня и практически ежедневно внедрять что-то новое даже в подачу информации и в преподнесение той информации, которую мы хотим донести до людей. Она, чтобы не была не просто объективная, честная, информативная, но она должна быть интересной. Вот в этом случае у нас всегда появится возможность донести до человека информацию важную, нужную и правдивую, но донести так, чтобы он эту информацию воспринял. Главная задача на сегодня – переформатировать СМИ в соответствии с современными тенденциями. Задать такой вектор работы в этом направлении, чтобы каждый день что-то искать что-то новое, искать какие-то новые моменты, соответствовать времени и перестраивать свою работу именно в соответствии именно с сегодняшним конъюнктурой. Редакция Раменского информагентства теперь располагается по адресу улицы Михалевича, дом 3. Елена Цыганова, Сергей Григорьев, Марина Миткевич для программы «Городские вести».